Номер 3. Артем Барто. Первый подход. Подъем защиты. Номер 3. Артем Барто. Второй подход. Подъем защиты. Артем Барто. Третий подход. Готовится к очередному весу номер 1 Виктор Кузнецов. Подъем защиты. Артем Барто закончил волейбол. Результатом 32 килограмма и суммой двоеборья 53 килограмма. Номер 1 Виктор Кузнецов. Готовится номер 2 Яков Пасюк. Подъем. Номер 2 Яков Пасюк. Первый подход. Подъем защита. Виктор Кузнецов. Второй подход. Подъем защита. Григорий Андреев. Первый подход. Готовится номер 11 Григорий Гумбин, также первый подход. Подъем защита. Номер 11 Григорий Гумбин. Первый подход. Готовится номер 1 Виктор Кузнецов. Подъем защита. Кузнецов Виктор, третий подход. Подъем защита. Яков Пасюк, второй подход. Подъем защита. Григорий Андреев. Второй подход. Готовится Губин Григорий. Подъем не защита. Номер 5 Григорий Андреев. Третий подход.
Артем Кащенко. Андрей заканчивает толчок, результатом 51 килограмм и сумма двоеборья 89. Григорий Гумбин. Подъем для себя. Номер 4. Егор Панин. Подъем для себя. Заявка Панина Егора для третьего подхода 50, для второго подхода 56 килограммов. Номер 2. Яков Басюк. Третий подход. Подъем защита. Яков Васильев набирает сумму двоеборья 90 килограммов. Установить 55 килограммов. Номер 11. Григорий Гумбин. Третий подход. Не зажимайся. Разгонять или жестко принимать. Встаем, животик мощнее ножками и принять в пол. Держать. Подъем не засчитан. Григорий Кубин заканчивает толчок с результатом 52 килограмма и суммой двоеборья 92 килограмма. Номер 4. Егор Панин. Второй подход. Данила Чебаков. Первый подход. Подъем. Егор Панин. Третий подход. Готовится Данила Чербаков к очередному весу. Подъем не засчитан. Егор Панин заканчивает толчок с кадром 56 килограммов и суммой двоеборья 103 килограмма. Данила Чербаков. Второй подход. Подъем защита. Номер 13. Данила Чербаков. Третий подход. Давай.
Сергеевиче. Андрей Чепетаков, первый подход. Готовится номер 8, Федор Гришин. Подъем засчитан. Федор Гришин, первый подход. Готовится номер 9, Семен Чистяков. Вес штанги 65 килограммов. Подъем засчитан. Номер 9. Семен Чистяков. Первый подход. Готовится номер 10 к очередному весу. Денис Максимов, первый подход. Готовится номер 6, Абдухалилов, Абдуладис. Подъем защита. Заявка Максимова для второго подхода 72 килограмма. Установить 70 килограммов. Абдухалилов Абдулазиз. Первый подход. Готовится номер 12. Андрей Малинов. Подъем защита. Андрей Малинов, первый подход. Готовится номер 7, Андрей Четвертаков. Подъем защита. Федор Гришин. Второй подход. Готовится номер 9, Семен Чистяков. Подъем защита. Номер 9. Семен Чистяков. Второй подход. Готовится к очередному весу Андрей Четвертаков. Thank you.
рассчитан. Семен Чистяков, третий подход. Суммы двоегодия 120 килограммов. Денис Максимов, второй подход. Готовится номер 7, Андрей Четвертаков. Стою вам. Можно с груди. Подъем не засчитан. Андрей Четвертаков. Готовится Федор Гришин. Федор Гришин, третий подход. Готовится номер 10, Денис Максимов, также третий подход. Подъем рассчитан. Сумма двоеборья Федора Гришина 130 килограммов. Денис Максимов, третий подход. Готовится к очередному весу номер 13, Андрей Малинов. Подъем рассчитан. Номер 12, Андрей Малинов. Второй подход. Подъем не засчитан. Вес штанги прежний, 74 килограмма. Андрей Малинов, третий подход. Подъем засчитан. Итак, Данил Бобнев, первый подход. Готовится Абдуавиз Абдухалилов. Подъем засчитан. Номер 6. Абдуазиз Абдухалилов, второй подход. Подъем защиты. Номер 6. Абдулазиз Абдухалилов, третий подход.
Подъем не засчитан, а в двухрядовых заканчивает толчок 75 килограммами и сумма твоей боли 134 килограмма. Номер 14, Данила Бовнев, второй подход. Подъем засчитан. Номер 14, Данила Бовнев, третий заключительный подход. Мастер спорта международного класса СССР, судья международной категории. Юрий Кляцкий, мастер спорта СССР, чемпион России прошлых лет, отличник физической культуры Российской Федерации, судья международной категории. Итак, категория 56 килограммов. Первое место, третье место занимает Виктор Кузнецов. МФСО. Сумма в боеводе 83 килограмма. Награждается дипломом третьей степени и бронзовой медалью. Виктор Кузнецов. Награждение проводит Юрий Игнатьевич Кляцкий. Второе место занял Яков Пасюк, представляющий Университет Москвы. Сумма боевода 90 килограммов. И чемпион стал Егор Панин. Ленинград, каждый ФСО. И вручается золотая памятная медаль и диплом первой степени. Награждается тренер чемпиона Дмитрий Николаевич Хрущев. Участник свободный. Встаньте в строй. Весовая категория 62 килограмма. Третье место занимает Андрей Четвертаков. Сумма боевода 123 килограмма. Награждает Амирби Кипов. Второе место у Федора Гришина, Юность Москвы. И чемпионом стал Абдул-Азиз Абдухалилов. Сумма заработает 134 килограмма, представляющий Юность Москвы. Награждается тренер победителя. Борис Панталов. Фото на память. Спасибо. Большое спасибо, участники свободны. Категория 69 килограммов. Третье место занимает Григорий Кумбин, суммой боевой 92 килограмма.
Второе место у Семена Чистякова. Сумма двоеборья Семена 120 килограммов. И чемпионом становится в этой категории Денис Максимов. Все трое представляют юность Москвы. Награждается тренер победителя Игорь Самородов. Фото на память. Большое спасибо. Участники свободны. Весовая категория 77 килограммов. Второе место занимает Данила Щербаков. Суммой двоеборья 111 килограммов. Первое место у Андрея Малинова. Сумма двоеборья 129 килограммов. Победителя Павел Иванец. Фото на память. Большое спасибо, участники свободны. Весовая категория 94 килограмма. Победителем стал Данила Попков. Сумма двоеборья 147 килограммов. Награждается тренер чемпиона Михаил Сконников. На этом соревнования закончены. Спасибо участникам, спасибо тренерам, спасибо вашим родителям. Доброго вам здоровья, хорошего отдыха, хорошей учебы, и мы с вами встретимся этот возраст в декабре. Доброго вам здоровья, спасибо за все.